Всем привет, дорогие подписчики из телеканала Смешного Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Children of Morta. Children of Morta. Ну что ж, давненько с вами не было игры. И в конце прошлой серии мы с вами прервали ритуал. Не отдали ребенка, отрубили все это дело. Что у нас здесь появилось? Они никогда не упускают возможность немного повеселиться. Ну да. Играть никогда не поздно. Так, перейти... К выбранной главе это все понятно. Здесь у нас по прокачке ничего нет. Мы с вами всю прошлую серию прокачались. Ну давайте сходим, посмотрим, куда нас с вами дальше заведет наш путь. Разве защитить свой дом не важнее, чем спасти очередного духа? Можно ли как-то еще победить Оу? Многие вопросы оставались без ответов. Им был известен лишь один способ — освободить Энай Сараво, третьего и последнего духа, духа грез, того, кто мог дать им новые ответы. Ну что ж, у нас получается третий дух, Энай Сараво. Промышленный район Терралавы, города, в котором нет места бездельникам. Здесь, где машины продолжали свой труд и находились в покое Энай Саравы. Так, у нас получается здесь две территории всего лишь, да? Промышленный район, люди Терралавы жили долгие века, но их системы жизнеобеспечения выходят из строя. Так, возьмем, наверное, опять-таки пока Люси. А, у нее сквернение. Ага. Тогда Люси пока остается. Давайте возьмем кого-нибудь еще. Попробуем Кевина. Или Марка. Не, давай лучше Кевина. Поехали. Сперва Бергсон ощутил влажный жар, обжигающий каждый участок голой кожи. Потом была пустота. Так, надо вспомнить управление. Я давненько не играл. Уж очень давненько не играл. Так, посмотрим, кто у нас тут здесь будет. Противники какие-то новые-то по-любому будут. Он опасный? А, меня отталкивает он, получается. Ага, понятно. Что это такое? А, робот. Так, ну допустим. О, ух ты! Ничего себе! Босс, сразу, серьезно? Тихо. Да что вас всех? Ну иди сюда, давай. Жесть. Давненько не играл. Так, у нас с вами есть, в принципе, самоцвет. Так, надо только понять, кто там стрелял так по мне. Мощно. Так, обелиск мастерства. Это не разрушается.
Так, это у нас очередной проход. Пока просто непонятно, кто противники. Ага. Так, хорошо. Есть уровень. Замечательно. Так, еще есть здоровье. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, отправьте Кевина в тени. Он исчезнет и сможет двигаться без помех. Так, я, наверное... А, мне надо по-любому сейчас копить. Да. Будем копить. Успешные атаки, будем копить. Именно сюда. Не могу понять. Ты разрушаешься, не разрушаешься? То есть, скорее всего, это постоянно такой, да, противник? Непонятно, что я там нажал. Но у меня уже есть... А, вау-вау, две аптечки. Хорошо. Я даже сейчас уже, в принципе, сейчас одну использую. Так, здесь тоже проход. Это тоже непонятно, что за статуи какие-то. Ну, ведь хотя бы ребята останавливают все это дело. Мои удары. В отличие, так сказать, от теневых, которые с тени выходят противники. Так, ну вроде как бы все получается, да? Да, здесь тоже тупик. Так, ну там у нас вроде как арена должна быть, насколько я понял, из врат. А, там еще не получается. Ну давай. Хорошо. Так, замечательно. Главное их не подпускать к себе поближе. Да, они неразрушаемые. Эти объекты неразрушаемые. Хорошо. Да, по-моему, это испытание. Оказаться в плену скверны само по себе страшно. Created additionally intimidating confinement. Зараза. Иди сюда. А, это какой-то новый герой у нас, да? Все? А, очередная волна. Опа! Тихо стоять, нифига себе. Да, непроходимый участок для меня. Зараза. Да. Я сдох. Я сдох. Сложный участок. Скверно, словно... изменилось, но было неясно, как именно. Как бы то ни было, это значило, что Горный Бог скоро даст свой ответ.
Будем ждать ответа. Дом уже весь покрыт скверной. Так, что в итоге получается? По деньгам заработали мало. Понятно, логично все. Здесь ничего нет. Здесь, в принципе, тоже ничего не получится. Здесь тоже ничего не получится. Здесь можно. И здесь можно. Давай, наверное, в скорость. В принципе, и все. Это все, что у нас с вами вышло, да? Ну окей. Новенького ничего тут получается нет. Чувачка надо освободить, но, блин, я не могу. Со скверной что-то как-то не получается сражаться. Так, ты еще не готова? Нет, пока она еще не готова. 2 очка есть у Кевина, да? Но мне нужно 3. Давай еще раз. Он вроде как не заразился. Так, тут получается 3 будет, да, этих райончика. Хорошо. А ты будешь не попадать? Так, они плохо пока, да? Самое главное, что я как бы сбиваю их атаки. Это уже хорошо. Так, проход я вижу. Че, и все, что ли? Что-то как-то у нас бонусов никаких нет, да, друзья? Противники пока здесь слабоватые. Вот реально очень слабые. Вот эти вот сложные, блин. Допустим. Так, еще очко навыка есть. А, зараза. Так, предположим, там у нас мини-боссик есть. Да бей ты его, бей, ну. Да. Бей-бей-бей-бей, отлично. Жирный. Сейчас еще взорвется, блин. На мелких. Да уж. Ну что, здоровья нет нифига. Здоровья нет нифига. Так, это получение морвы больше. Так, опять получается испытание. Ай, нет. Нет, только нет. У меня нет жизни, блин. Я не справлюсь. Я не справлюсь. Ну, начинается. Да. Все. Жизни нет опять-таки. Повторюсь. Поэтому, наверное, пойду я отсюда вам. Не мое это. Что-то как-то мне не везет с этими ребятами. Так, это испытание. Опять-таки, я его провалю 100%.
Так, а где был проход? Да сдохни ты. Так, ну хотя бы уже есть лечилочка одна. Это уже хорошо. Это уже хорошо, но этого мало. Этого мало. Так, понятно все. Так, самоцвет. У меня их уже два. Да бей ты его быстрей. Так, а у меня сколько получается? Три как раз. А чё я медленно так? Успешно атаки симулируются и вводят Кевина в состояние контролируемого бешенства. Скорость атаки возрастает. Вот. Замечательно. Так, а здесь пока все это дело разблокировано. Вернее, заблокировано. Общие клинки. Члены семьи получают руны способности Кевина. Здесь... Увеличивается вероятность уклонения Кевина врагам, становится труднее по нему попасть. Вот это полезная вещь. Поэтому первым делом будем здесь прокачиваться до конца. Так, у меня есть, получается, два самоцвета. Так, что у нас здесь? Да, не будет, получается, свер, да, у нас? Ох ты, зараза. Но мне сейчас это требуется. Если он будет постоянно восстанавливать здоровье, это хорошо. Правда, он это очень дело, ведь дело медленно происходит у него, да? Ну, в принципе, если просто побегать, то почему бы и нет? Неплохо. Так, что у нас здесь? Вер клинков принимает... Слышь ты, Свинтус, дай мне почитать-то, блин. Форму небольшого конуса поражает врагов перед Кевином. Угу. Так, мне главное сейчас восстановить здоровье, но при этом не попадаться на его удары. Так, хорошо. Есть уровень. Так, хорошо, есть уклонение. Замечательно. Так, ну смотри, получается, постепенно уже восстанавливается здоровье. У нас там еще есть уровень, и мы с вами его обязательно сюда прокачаем. Так, хорошо. Шанс уклонения плюс 4%. Дальше у нас получается плюс 6%. Хорошо. 2 очка требуется накопить. 2. Так, здесь вроде как все. Ладно, еще подождем. Все, до свидания. Да ладно, сундучки все-таки, вернее, кувшинчики здесь тоже есть. Ой-ой-ой, промазал-то. Вот зараза. Да куда ж ты бьешь-то, ну? Иди сюда, сволочь. Летающая. Так, все, хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу. Злой парень. Так, это я, пожалуй, возьму, если вы не против. Так, здесь что? Ага. Путь на второй уровень. Хорошо. Здесь создает область, которая замедляет врагов и наносит им урон. Это хорошо, это на РБ. У меня, кстати, готово еще ЛТ. Так, что у нас здесь? Пусто, да?
Бей, бей, бей яйцо. Яйцо бей первым делом. Все, остальные сами уйдут. Вот и все. Вот, в принципе, и все. Так, здесь что у нас? Может ли тело выдержать игру разума? Блин, ну реально, хотя бы какая-нибудь подсказка была. Вообще же ничего нет. Просто тупо наугад. Вот не угадал. Так, где он? Зараза, опасный. Вот снова не угадал. Снова не угадал. Так, ну давай, лечи меня. Быстрее. Мне надо восстановить полностью здоровье. У нас получается, что там, два пути, да? Отсюда я вышел. Так, либо здесь есть путь, да? Либо сюда пойти на испытание. Карту вроде как бы я всю открыл, получается. Да, я потом могу спокойно переместиться. Вот это, по-моему, я нажимал, да? Было неправильно. Ну, давай тогда попробуем нажать тебя. Неправильно, опять-таки. Ай ты, зараза. Опа. Создать успел, что ли, получается, да? Блин, я сейчас сдохну опять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все, нарушилось. Фух. Фух. Так, а птичек нет, все плохо. Он, конечно, очень медленно восстанавливает. Если бы он побыстрее это все дело делал. Ну, в общем, это получается неправильная комбинация, да? Блин, у меня очень мало... Очень мало... Здоровичка. Восстанавливается все это дело очень медленно. Так, неправильная комбинация. Да чтоб тебя, бляха-муха, в тебя попадит, ну ты ну. Так, хорошо. Предположим, ты первый, да? Так, ты тогда, получается, второй. Нет, неправильно. Ну, писец. Лишь грязь и ил. Возможно, на глубине осталась вода. Бен вспомнил о старом землеройном оборудовании. Тут оно могло пригодиться. Что происходит? Папаш куда-то пошел. Может, какой сон? Ну да, сон. Засыпай, шептала она. Возвращайся ко мне.
Больше стало появляться роликов, да? Очень больше. Намного больше. Так, ну когда наша Люси будет готова? Что-то все остальные пока мне не прельщают, как Люси. Блин, до сих пор еще осквернена. Но уже минус 13% к максимальному здоровью. Но Линду не хочу брать, блин, она стрелок, мне не особо с этим везет вопросом. Как бы Люси еще более-менее нормально, она на месте стоит и далеко стреляет, а вот все остальные... Ну ладно, давайте Марк попробуем. Так, ну уже я получил этот звездюлей. Не успел войти, уже получил. А, блин, это близк к жизни. Что-то я поторопился. Надо было его оставить под конец. Ну давай сразу попробуем свои силы. Чтобы уже не париться. А, так тут одна не то. Отклонение хотя бы работает. Более-менее так. А, не получилось. Так, уровень номер два, да? Волна. Вторая пошла или первая? Зараза. Так, уровень есть, хорошо. Да сдохни ты. Ух. Третья волна. Опа. Видал? Да. Нет, друзья, как-то что-то не везет. Мне нужна Люси. Мне нужна Люси. Без Люси ничего делать не буду. Вообще с ними не везет. Ни с кем не везет. Что у нас там по деньгам? 6 тысяч, в принципе, набрали. Так, ну давай, наверное, здесь добьем. 1900. Так, куда бы, наверное, вложить? Ну, давай сюда в... Так, 1800, уже сюда не хватает, сюда не хватает, сюда тоже не хватает. Серьезно? Везде не хватает, представляешь? Ну, давай спустим сюда. Везде минимум 1900 требуется, офигеть. Сюда очень много требуется. 6 тысяч, 2200, 1300, 2200, 2200.
Тоже многовато. Ладно, поехали. Еще один заход с вами сделаем. После чего будем на этом заканчивать. Блин, еще 2%. Ну, как раз в следующей серии мы с вами будем все это дело проходить за Люси. А, подожди. У тебя 2 очка. Смогу тебя прокачать. 2 очка. Можно, в принципе, получается... А, что у нас здесь? По мере того, как барьер Атмана становится прочнее, Марк наносит больше урон. Больше урон — это хорошо. Члены семьи получают руны Ярость Стража для своих способностей. Шкала у ворота заполняется всех быстрее. Здесь у Марка возрастает вероятность нанести критический удар в зависимости от числа убитых. Ну, допустим. У меня 2, кстати, очка. Я могу куда-нибудь туда и туда потратить. Увеличивает дальность основных атак Марка, что позволяет ему делать рывок на большее расстояние. Тоже полезная, кстати, вещь. Ну, давай, наверное, одно сюда вкачаем. Очко, правильно? А второе вкачаем вот сюда. Здесь что? Марк призывает магический посох, которым бьет и отбрасывает врагов. Неплохо. Это, это НЛБ это, да? Ага. Это на А будет скачок. Хорошо. Берем тогда все-таки Кевина. Как бы, в принципе, получается, мы можем пройти территорию, если никуда не заходить. Но вот как только мы начнем заходить с этим волнами, то получается все, полная попа. Неплохо так нас сразу встретили мини-боссиком, да? И пол здоровья сразу отхапали. Так, ну здесь яйцо. Офигеть. Так, ну уровень, допустим, есть. Хорошо, ладно. Его, правда, наверное, по-моему, некуда ставить, да? 1 очко умений. Ну и только если получается здесь как бы разблокировать цепочку. Разблокировать или подождать? Давай, наверное, подождем. Вот, тут, конечно, подождешь, да. Да. Не наш вариант. Либо отвык, либо не нравятся мне мои персонажи. Я жду Люси все-таки. Все, я жду Люси. Мне нужна Люси. Эта малышка кромсает всех подряд. Вот, молодец, Люси, спасибо. Все. С Люси мы с вами будем уже драться в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.